стране Совета ушли на экспорт не только автомобили, но и сельхозтехника. Поставками сельхозтехники за границу в основном занималось Всесоюзное объединение трактора «Экспорт». Они продавали продукцию советского тракторостроения в Европе, США, Канаде и других странах. Начиная с 70-х годов, ежегодно экспортировалось от 40 тысяч единиц техники. Все трактора, продаваемые через дилерскую сеть трактора экспорта, назывались «Беларусь». Видимо, минские трактора уже в то время имели хороший имидж за границей. Особенно популярными зарубежных покупателей тогда были трактора МТЗ-50 и МТЗ-52 Супер, которые поставлялись в 40 стран. Хорошим спросом пользовались также 220-сильный К-700 и гусеничные модели Т-50В, ДТ-75, ТДТ-40М и ТДТ-55. Все трактора, которые шли на экспорт, красили в красный цвет или красный в сочетании с белым. Также уделялось повышенное внимание к качеству сборки тракторов, согласно европейским требованиям. Какие именно технические доработки вносились в трактора, доподлинно неизвестно. Если вы что-то знаете, пишите в комментариях под видео. Дальше вы можете увидеть, от каких заводов и в каком исполнении шли трактора на экспорт.
Всем спасибо за просмотр. Если я что-то упустил, пишите под видео и подписывайтесь на канал.